начале. Именно дети дали мне мою силу. Рубака из Спрингвуда. Так меня называли жители. В царстве ужаса слагали легенды. Десятки детей были убиты моими ножами. Улица Вязов – любимое место похитителя детей. Потом родители спиндусских детей разделались со мной по-своему. Освобождение от убийцы детей. Когда я был жив, я любил немного позадничать. Но после того, как они убили меня, я стал намного хуже себя вести. Им стали сниться ночные кошмары. Дети по-прежнему боялись меня. Их страх дал мне силы, чтобы вторгаться в их сны. И вот тогда началась настоящая беседа. Но потом они придумали способ забыть обо мне, полностью вычеркнув меня из памяти. Быть мертвецом не проблема. Быть забытым — вот это гордо. Это всего лишь сон! Подохни! Я не могу вернуться, если никто не помнит меня. Я не могу вернуться, если никто не боится меня! Мне пришлось перевернуть весь ад. Но я кое-кого нашел. Того, кто заставит их вспомнить меня. Он может убивать, а слава будет моей. И этот страх будет моим билетом домой.